Здравствуйте всем, кто подключился или подключится к нашей трансляции. Сегодня мы в прямом эфире будем подсчитывать средства, собранные с ярмарки, которая проводилась для сбора помощи нашим военным, находящимся в зоне АТО. Проводят волонтеры армии Help Южнинского отделения. Так мы приступаем к подсчету средств, которые сегодня были собраны благодаря людям, которые подключились к проведению этой ярмарки. У нас всего 6 маленьких скринек, все опломбовані, и 2 великие. Сейчас приступим до підрахунку. Знімається пломба, відкривається, рахується, записується. Первая скринька 575. Сейчас я буду рассчитывать. Это скринка у нас мастер-класс. Кофе 200. 84 и 54. Вот они. Угу. 687. Это же скринка номер 4. Это не кофе, не... Так, 687.
Это что у тебя? Батут и этот? Батут и батут. Сколько? Мастер-класс иконки 360. Он осталось вот это у нас. На книжке было. И в большой 1851 гривен. Ух ты, хорошо. Шесть тысяч шестьсот девяносто гривен. Плюс 301 гривна. Плюс 687. Плюс 284 гривны. 50 копеек. Плюс 485 гривен. Плюс главное 1851. Плюс 360. 13 гривен. 13 гривен 50 копеек. Еще раз общую сумму. 1013 гривен 50 копеек. Завтра состоится такое же аналогичное мероприятие. Ярмарка по сбору средств для помощи украинской армии в зоне АТО продолжается. И кто желает, может принять участие, поддержать также всех ребят и тех, кто предоставляет свои работы
поделки и изделия, украшения. Также попробовать вкусного итальянского кофе, привести детей на развлекательную программу. Все, до свидания. Нет, еще у нас будет объявление. Как известно, наши скрипки стоят по магазинам. А именно магазин «Дядя Саша», магазин «Шанс», «Арго», «Джинсовый путь», «Книжка», «Старый дом», «Мясной магазин», «Украинская православная церковь», «Стройматериалы», «Господарочка» на «Химиков 10», «Господарочка рынок», четыре аптеки, которые одна возле «Старой копейки» в центре, «Десант 30/16», «Ромашка» и на Нобелевской. Также магазин «Кофейник». Вчера мы пошли в наши магазины и тоже изъяли средства с этих скринек. Всего было собрано 683 гривны за неделю. Спасибо всем, кто пожертвовал средства. Также завтра мы будем ехать закупать форму. Поступила просьба от ребят, очень нужна форма и берцы. Наверное, мы сейчас сядем, путем голосования будем определяться, что мы будем брать, кто завтра будет ехать за формой, за берцами. И послезавтра, или даже, возможно, завтра вечером ребята получат то, что я просила. Спасибо.